Иран подрывает дух ядерного договора. Так заявил президент США Дональд Трамп в интервью одному из телеканалов. По его мнению, Тегеран финансирует Северную Корею и торгует с ней. Поэтому в ближайшее время Трамп пообещал пересмотреть обязательства США в рамках совместного всеобъемлющего плана действий. Это документ, согласно которому с Ирана сняли санкции в обмен на отказ страны от ядерной программы.